Канал Top Goal представляет результаты 16-го тура чемпионата Германии и пятерку команд, расположившихся в верхней части турнирной таблицы. Итак, пятое место – Боруссия Дортмунд. В предрождественском туре черно-желтые обрушились на Майнц, но их набеги на ворота гостей ни к чему не привели. На помощь пришел стандарт в исполнении Юлиана Бранта. Правда, ответный гол гостей тоже оказался возможен. 1-1. Четвертое место – РБ Лейпциг. Предпринял попытку взять очки в Бремене. Это получилось, но лишь частично. Бельгиец Лои Апенда отработал свой момент до конца. Вердер добавил матчу зрелище своим ударом со средней дистанции. 1-1. Третье место – Штутгарт. В матче с Аугсбургом был достоин существенно большего, чем те три гола, которые он забил в ворота гостей. Финн Дамен не позволил сделать поражение своей команды еще более неприличным. А так 3-0 в пользу швабов. Второе место – Бавария. Отправилась за победой в Нижнюю Саксонию. Не откладывая свою задачу в долгий ящик, Джамал Мусиала размочил счет. Красиво и издалека свой гол забил и Харри Кейн. На него Вольфсбург среагировал симметрично, но не более того. 2-1. Первое место. Байер 0-4. Леверкузенцы мерились силами с Бохумом. Измерения оказались в пользу Байера. Сбитый вратарем Патрик Шик не удовлетворился только голом с пенальти, но добавил еще парочку с игры. Виктор Бонифасе завершил разгром. 4-0. Подписывайтесь на канал. Спасибо, если уже сделали это. Смотрим дальше.